Настенька, иди-ка сюда, моя малышка. Что, мамочка? О, ты хочешь меня искупать? Ура, ура, водичка! Малышка, я не просто хочу тебя искупать, я хочу тебе помыть голову. Что? Нет, только не это. Тогда я пошла играться со своими игрушками. Пока-пока. Стой, малышка. Голову на этот раз мы тебе обязательно помоем. Ты сегодня не отвертишься. Но, мамочка, я не люблю, когда мыло попадает мне в глазки. Не хочу мыть голову. Не буду. Сегодня мыло в твои глазки не попадет, обещаю. Смотри-ка, что мы на тебя наденем. Ой, а что это такое? Это шапочка для мытья волос. Ее специально придумали для таких малышей, как ты. Ну-ка, Настя, снимай свои резиночки, сейчас ты все сама увидишь. Ой, видишь, какие волосы у тебя стали грязные. Давай-ка их соберем вот так наверх. А теперь наденем шапочку. Ой, какая я стала смешная! Да, малышка, а теперь, пожалуйста, повернись. Я хочу намочить твои волосы. Вот так. Видишь, как хорошо? Водичка стекает вниз по шапочке и не попадает тебе в глазки. Ну вот, мы хорошенько намочили твои волосы. Сейчас нужно на них нанести детский шампунь. Возьмем вот этот, твой самый любимый. Гагу-гагу? Да-да, малышка. Гагу-гагу. Вот так, хорошенько промоем корни волос, а также их кончики. Здорово, мыло еще не попало мне в глазки. И не попадет, ведь у тебя есть эта волшебная шапочка. Ну все, малышка, пора смывать. Уже все? Мамочка! Подожди, подожди, я хочу сполоснуть твои волосы чистой водой из кружки. Вот так. Теперь точно все. Хорошенько отожмем твои волосы от влаги и снимем нашу шапочку. Фух, не думала, что на этот раз мыть голову будет так весело и легко. Эх, ладно, я пошла играться. Меня там моя сестричка Люся ждет. Эй, малышка, с мокрой головой, а ну-ка, давай-ка я тебя хорошенечко вытру. Вот так я сегодня мыла голову своей любимой малышке Насте. А вы любите мыть своих кукол? Если да, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал и смотрите наши другие мультики с куклами и пупсиками. Пока!